привели к тому, что производство паровозов было прекращено. Последний был выпущен в Советском Союзе в 1956 году. На смену пришли более мощные и экономичные тепловозы и электровозы. Впервые о прокладке железной дороги в России правительство задумалось в самом начале 19 века, а первая дорога появилась спустя 40 лет, в 1837 году. Затем была проложена Николаевская дорога, Петербург-Москва. Она, кстати, стала первой двухпутной железной дорогой в империи и положила начало созданию железнодорожной сети общегосударственного значения. Что тебе сказать? Начал я ездить в 1967 году. Ну, это моя работа. И я на работу еще до сих пор хожу с тобой. Ну, это хорошо.